2015 год – это год овцы, поэтому мы с вами сделаем оригами овечку. Нам потребуется односторонняя бумага, с одной стороны розовая, с другой стороны белая, размером 20 на 20 сантиметров. Складываем бумагу цветной стороной вовнутрь, вот так пополам. Еще раз пополам. Раскрываем листочек и каждую сторону подгибаем к центральной линии. И вторую. Уголочек отгибаем в сторону. Один отогнула. И второй. Раскрываем бумагу и расправляем кармашек. Вторую сторону точно так же. Раскрываем и по намеченным линиям бумагу расправляем. Получаются два перевернутых домика. Нижнюю сторону нам нужно подогнуть к вот этой линии. Подогнули. У нас получаются вот такие треугольнички. Теперь эту сторону подгибаем к этой линии. Складываем пополам треугольничек. Один. И с другой стороны точно так же. Эта сторона подогнется к этой линии. Раскрываем бумагу. Тащим за розовую бумагу вниз. У нас бумага встает, и мы вот так отгибаем ее назад. Закладывается треугольником. Один вот здесь вот, длинная полосочка. И второй. Выпрямляем. Переворачиваем заготовку. Сгибаем треугольник с одной стороны и с другой стороны. Теперь раскладываем бумагу, разбираем ее. У нас выкладывается длинный треугольник острием вверх. Вот. Точно так же отгибаем второй, раскрываем кармашек и сам выкладывается треугольничек. Треугольник отгибаем вниз. Эта сторона должна подогнуться вот к этой линии. Сделали складку, опустили треугольничек вниз и загнули вот эту сторону к этой линии. Получается еще меньше треугольничек. Вот он. Раскрываем складочки и продавливаем по линиям сгибов треугольничек вовнутрь. Получается вот такое ушко. С другой стороны сделаем то же самое. И ушко отогнули в сторону. Складываем бумагу вот по этой линии. Широкую часть отгибаем вниз, переворачиваем заготовку и откладываем бумагу вверх, чтобы вот здесь вот по углам у нас получились маленькие треугольнички. Поднимаем нашу заготовку, складываем ее пополам, выравниваем линию сгиба. Сейчас мы сделаем мордочку нашей овечки. Для этого сложим треугольник. Вот эта сторона у нас подойдет вот к этой стороне. Сделали один сгиб и отложили его в другую сторону, чтобы наша линия лучше выложилась.
раскрываем и подгибаем вот так, чтобы у нас получилась мордочка овечки. Сделаем нашей овечке носик. Прогнем треугольничек вовнутрь. Сделаем нашей овечке копытца. Разгибаем бумагу. Маленький треугольничек складываем. Намечаем линию. Разворачиваем и продавливаем вовнутрь. Острая копытца. С другой стороны точно так же. Треугольничек отгибаем. Разворачиваем бумагу. И загибаем ее вовнутрь. Закладываем вовнутрь. Нужно сделать второе копытце. Раскладываем бумагу и треугольничек отгибаем вниз. Отогнули с одной стороны и с другой стороны, соответственно, вверх. Опять разворачиваем бумагу и вовнутрь прогибаем этот треугольничек. И нижний точно так же. Бумагу развернули. И толкаем треугольник вовнутрь. Отгибаем узкую полоску прямоугольника вниз, но не до конца, а только немножко. Отогнули. И маленький хвостик, уголок, подгибаем вверх. Вот так у нас получается второе копытце. Смотрите еще раз, как я это сделаю внизу. Отгибаем полосочку бумаги вверх. Обратите внимание, я не полностью ее разогнула, а только чуть-чуть. А теперь заложенный треугольничек по складочке отгибаем вниз. Получается два одинаковых копытца. Складываем нашу заготовку. Нам нужно сделать более покатую спинку нашей овечки. Для этого закладываем треугольничек. В одну сторону перегнем, в другую, чтобы складочка лучше была видна. Разбираем бумагу и толкаем треугольник вовнутрь. Осталось сделать овечке маленькие ушки и хорошенькие рожки. Для этого откладываем треугольник вверх и подгибаем его вот так, чтобы у нас треугольник был вперед. Возвращаем его в исходное положение, снова отгибаем вверх и немножечко вперед. Теперь отгибаем пальчиком треугольник и прячем в этот кармашек наш сгиб. У нас получилось маленькое ушко и рожок. Сделаем так же с другой стороны. Треугольник вверх, вперед, отложили, снова назад подогнули и маленький остренький рожок вперед. Спрятали все это в кармашек. У нас получилась вот такая красивая оригами овечка.